Хейо, гайз, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Sonic Hedgehog 2, и это у нас зона казино. Ну, как обычно, куда бежит казино, да? Sonic Mania у нас тоже было это, казино. Только там у нас хотя бы это работала вещь. А, нет, тут работает. А, ёлки-палки. Казиныч. Так, с этим нужно быть осторожным. Ребята, говорю сразу, я игру прохожу залпом, то есть всю игру сразу же. Поэтому не нужно будет мне там писать, как его зовут, либо типа того, потому что все равно игру я уже прошел. Хотя для, до следующей части я скажу, как их зовут. Понимаю. Мы все понимаем. Вон оно что. Тупые невидимые блохи. Поехали, поехали. Бьем. Бьем, бьем, бьем. Бац, бац, бац. Бац-бац. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Чисто уровень сделан в виде игровых автоматов. Первый акт пройден. Акт 2. Заряжаемся. А я вот единственное, что не помню, какой здесь был босс. Если они будут везде брать одного и того же злодея, то есть для казино, то, в принципе, следующий босс у нас будет мужик с бомбочками. Thank you.
Давай, давай, я плюс еще под ускорением. А, уже все нормально стало. А нет. А вот здесь у меня плохое предчувствие, лучше сохраниться. Там, скорее всего, провалено. Поэтому я туда так сильно не хочу. Я ведь играл в такие автоматы, поэтому я знаю, что там. Ну, хотя ладно. А-а-а, ну ладно. Там что-то было. Интересно. Ну блин, я не вижу смысла здесь очки набивать. А, да ладно. Подожди. А как вы это видите? Хотя он не такой уж сложный. Главное, беру свои слова обратно. Какого черта? Главные очки. Мне просто интересно, смогу ли его... А, да, смогу. Ну, тогда это легко. Ну только видите, здесь в чем херня? Он сам себя дамажит. Хорош накал. Let's go next! Вот и все, ребят, поэтому всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока!